Старейшее ведомство Якутии, Министерство сельского хозяйства, отмечает 95 лет со дня образования. Постановление о создании наркома земледелия издали в 1922 году. В то время аппарат ведомства состоял из 42 сотрудников. За эти годы сменилось 36 руководителей, многие из них приняли участие в торжественном мероприятии. Их наградили званиями почетный работник агропромышленного комплекса Якутии. Сегодня в министерстве работает 90 сотрудников. Ведомство проводит политику по развитию сельских территорий. Приоритетным направлением работы является создание товарного производства и увеличение местной продукции. В проводимой нашей работе мы охватываем всю территорию нашей республики, не только вот центральные области, и северные арктические области. Охватываем в том числе оленеводство, табунное коневодство, скотоводство, земледелие. Вот по всем направлениям мы проводим политику нашего правительства, в том числе развитие сельской территории, а именно строительство школ, строительство фельдшерско-акушерских пунктов, строительство индивидуальных жилищных домов, строительство проводим. И также проводим строительство, даже дорог проводится. В общем, весь спектр жизни села проходит через нас.